Приготовила я, друзья мои, завтрак. Не такой обильный, но хватит нам. Вот такой вот у них коридор в подъезде, видите? Вот они привезли тут пекмес из деревни. Видите, сколько у них там маслины, все. Вот их этаж. Там туалет, окно. Ну там только папа спит. Вот. Папа говорит это. Я говорю, я здесь гость, пока ничего не это. Говорит, постели, не знаю, надо было стелить, нет. Постелили. И вот суджук у нас. Яичница. И чаю готов. Вот такой у нас зал красивый. Новая мебель, это на свадьбу куплена. Ну а телевизор там испортился и перенесли сюда маленький. Пойду их кормить, все. Друзья мои, со свекровью готовим обед. Будем делать голубцы без мяса. Вот я помогаю. Она мне обучает, как делать турецкие голубцы. Сейчас буду калачу. Какое интересное приспособление, вот. Именно для чистки. Надо мне тоже такое купить, а я ложкой пользуюсь. Так хорошо чистит, посмотрите. Мы решили пообедать и так потом вернуться домой. Им тоже скучаю, сейчас разговаривала с ней. Она говорит, конечно, говорит, когда она там в деревне и... В саду повозишься, что-то во дворе с женщиной пообщаешься. Здесь скучно. Ну, они сейчас к дочке пойдут, к нам придут. Вот так вот. Посмотрите, как классно чистится, очищается, да? Вот такое приспособление. Заводишь его, смотрите, по кругу, раз, раз, раз. В деревне все привезла. Да и каима, да ильма. Nasıl çıkıyorlar orada da? Burada zayıf olsun. Gördün mü şu?
чашки, чок хайван борода, чашки. Все не койду на бахарат. Бунда бишь йок я. Бу бахарадил? Учей, ты с булгур? А, булгур, да. Сын бана огурен, а немчик. Он бельме костерым хэ. Булгур, ты дым я? Я говорю, ты мне научи все, что ты лужишь. Я же хочу научиться. Хайван. Хайван. Ей понравилось, что я сказала на этих таракашек хайван. Хайван на чок там. Буду матесный я поим. Чего это у меня чеки? Хазылаем шим? Так, кем я над? Нене var mı? Nene? Bunun nene. Bak buradaymış bunu arıyorum ben sabah ver. Nene var mı bunun nene? Yok. Yok. Nene. Giderken götür. Yedik içtik. Дураем и доматес, ханым? Дура, дура. Он же... Ой, о, дураем. Суан. Я суан. Вначале надо лук. Так, я не говорю, что не ест, а? Ага. Здесь как жизнь. Поели, думаю, за обед. Он был дрег, он с миллионером. Не, не, кой, кой, джакса. Ты шунари. Кимьон аттым, няне аттым, туз атачик, салча атачик. Ага. Томатная паста. Он да, миллимене. Туз аталым. Суан кызартмак лязем, дейл мэ? Йок, йок, йок. Йок? Суан өйлі атын дейл. Все вместе надо жарить. Тузы каттық. Ага. А, дейм ану. Абла буре япыю, дейл? Аблан да япыр, мен эйді бұрын да япыр. Бибер götürüp gidelim genelki. Bibi. Burada da varmış. O kadın tohum istemişmiş. Hangi? En derin şey arkadaşı. Şunu da içine az doğrarsan acı olur. Перчик горький добавляем. Таламыш каз. Перчик в яре поедем, так что таламан гидсен. Я приготовила, видите, какая у меня свекровь. Золотая. Суанда, дураима? Ой, сарымсак. Оно так и ойле. О, чок дейльма, чок. Чок дейльма. Друзья мои, общими усилиями мы закончили приготовление голубцов. Вот смотрите, мои дорогие, так они легко готовятся. Ничего не надо пережаривать, не знаю, какие они на вкус получатся. Лук, петрушку, помидоров много, растительное масло, 3 ложки я добавила. Чтобы вкусное было, а то есть пресное. Положила моя свекровушка туда рис и булгур. Вот секрет какой. И все приправы разные. Мяту, по-моему, тоже положила. Тмин. Ну, в общем, как-то так. И вот залили водой. Потом, наверное, включу. Но я тут уже прибралась. Все.
прибралась. И посмотрите, что она все сушит, сушит. Привезла и это сушеное. Вот это, наверное, нам даст. Вот это, по-моему, фасоль. Вы знаете, фасоль даже сушит. В Турции люди все сушат. Посмотрите, сколько изюма у нее. Яблоки здесь купили. В общем, полно всего. Мы здесь покушаем, да, и мне положила вот она. Мяту положила чуть-чуть мне. Спасибо, это виноград наш, какой вкусный. Невозможно его им наесть, такой вкусный. Друзья мои, вот такой у нас дрова привезли. И мы все их сейчас раскладываем сюда. Вот такое у нас дерево, вот такой у нас дворик снизу. Хотите здесь? А. Мальчик, сосед, квартирант помогает. Яшка. Авокадому? Авокадо? Насу йод? Ben sana verdim, sen onu koydun. Avokado mu? Git götürdü var ya da olmadı, olmadı. Olmuş mu bu? Var mı meyve? Meyve bu erken. Yok ya. Meyve erken ama şey olacak. Şey o ya, yeni dünya. Yeni dünya. Olacak, olacak. Hani. Getir çuval var senin de. Наши Вашингтоны без зимы. Такой дом большой, да? Богатые, богатые. Зенгин, аспис. Зенгин. Ашким беним зенгин. Такие вкусные голубцы получились. Мы поели, только что пообедали, выпили чай. И сейчас родители собрали нам гостинцев, столько сумок. Сейчас мы идем, все вместе выходим, и папа идет к козле, ему тоже и гостинцы хочет отнести. Ну, а вам спасибо за просмотр и до скорых встреч. Мы приехали домой, наверное, час потратили в дороге. Когда в Мерсине построят метро, так долго нужно передвигаться, перемещаться. Сейчас между смешными с вам покажу, какие гостинцы мы притащили из деревни. Мой муж только зашел, переодевается, идет с другом на прогулку. Ну, смотрите, в первую очередь нам дали килограмм костей. Ой, тут какой килограмм? Ну, мясные косточки. Это после того, как они зарезали. Курбан байрам зарезали. Сразу их надо спрятать. Кашкем сказал, спрячь сразу. Остальное можешь, говорит, остальное можешь не трогать. Я вам показала, что она мне дала пряность с коробкой. Посмотрите, какие у них гранаты. Одна. Ашкем, бир, нар лабирир ярым кило, дейме? Остальные мы потом возьмем. У них там полно будет у нас. Посмотрите, вот вторую такую. Думаю, что будет спело. О! Грамм 700-800 будет, это точно. Ногти мне надо менять вообще. Так, что еще дала мне анемчик? Дала капусту соленую. Вот такое помидоры порезанные. Моя золотая. Ой, сколько у меня... Это что, изюм?
Изюм. Сейчас посмотрю. Не родители, а вообще золото. Такие сумки мы притащили. Там не хотела вам показывать просто. Изюм, наш виноград. Изюм, изюм. Виноград, друзья мои. Так, буду выкладывать все. Так, еще что она такое дала? Вот это очень вкусная вещь. Я ее обожаю. Как я хочу кофе выпить. Там кофе не было. У меня такое чувство, как будто я там неделю побыла. Вообще не села. Посмотрите, вот такое она дала. Это она сама из пекмеза. Ой, обожаю его. Пекмез, знаете, как делается? Я ее спросила. Пекмез покажу сейчас вам. Минуту. Вот что такое пекмез. Это чистый сок винограда. Как его делают? Выжимают сок с него, с винограда. Кладут в посуду и варят. Около суток варят. Ну, не меньше. И без добавления сахара. Оно такое сладкое. Это очень полезное лекарство. И вот нам дали, смотрите, анемчик. Что-то с него делает. Сушит что-то вот такое. Как постила она. Обалденно вкусная. Я это обожаю. Так, и вот эту вкуснятину тоже. Тут с орехами. Ой. Вы представляете, еще нам положили вот такие огромные яблоки. Ну не родители, а сокровища. Моя заловка старшая мне передала вот такое вот. На. Зачем мне солить и возиться? Тут вот эти огурчики, такие огурчики. Морковку, вот. Золотая заловка. Что младше, что старше. Вот эту вкуснятину дали нам тоже. Мне так понравилось. Посмотрите, я сейчас поднесу вам поближе. Вы видите, здесь вот такие огурчики находятся. В состав ее входят. И помидоры, и горькая. Мы сейчас ели ее с голубцами. Обалденная заправка. Зачем мне готовить и мучаться? Вот капуста красная. Вот помидоры нарезанные, готовые в обед. А это что мне положили? А это паста перцовая. Так, еще что здесь? Смотрим. Вот еще такая банка. А здесь что положила анемчик? Ой, друзья мои, фасоль, сушеная фасоль, здесь все сушат они. Очень много перца. Так, виноградик, посмотрите, виноградик, ой, родители мои золотые. Сейчас это на все положить по баночкам. И вот. Все время забываю ее, потому что она же не постоянно в году. Вот. Кажется, она от поноса. После нее закрепляет хорошо. Ну вот и все. И перец такой вот. Вот такие у нас гостинцы от родителей. Вот смотрите, вот если разве нужно мне делать закрутки? Я думаю, что не нужно. Ой, тут и кабачки внутри, которые мой муж любит. А, они их тоже солят. Келе, кажется, называется. Все, мои хорошие, показала вам. Сейчас первым долгом переоденусь и выпью кофе растворимый. И пока нет ашкыма, полежу. Мы уже покушали, а потом это все разложу. Я и для вас это оставила. Мой муж сказал, оставь это. Потом все разложу, никуда это не уедет. Ну все, спасибо вам большое за внимание. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.